Всем привет, с вами Ирина из магазина ткани на Спасском. И у нас новое поступление джинсовых тканей в ассортименте, о которых хотелось бы рассказать подробнее. Первая джинса довольно-таки плотная, такая суховатая, очень хорошо держит форму. В таком оттенке горький шоколад. Это 100% хлопок, Пол Смит. У нее отличная ширина, 160 сантиметров. И по стоимости она 1250 рублей. Можно сшить очень интересные какие-то формотерзащие брюки или куртку, допустим. Вот будет интересный эффект за счет ткани, за счет вот этой вот плотности. Так что присмотритесь к ней. Следующая джинса у нас также Пол Смит. Она идет у нас уже с эластанчиком. Это такой классический, скажем так, приглушенный синий оттенок. Не слишком она плотная, достаточно пластичная. Получатся хорошие такие джинсовые брюки или куртка, даже рубашка может получиться неплохая. В принципе, на юбку платье тоже замечательный вариант. Такой у него эффект немножко меланжевый есть у этой ткани. Также ширина 168 замечательная, и по стоимости она 1890 рублей. Следующая джинсовая ткань уже потоньше, она еще более мягкая, по цвету они очень похожи с первым вариантом, но плотность у нее уже другая. И она отлично будет в изделиях, скажем так, рубашечно-плательной группы. Ну, в принципе, и более такие легкие летние брючки будут также замечательны из нее. Это у нас также джинса с эластанчиком, 1290 рублей стоимость, и ширина у нее 146 сантиметров, также Пол Смит. Следующая джинсовая ткань. Тоже достаточно плотная, сухая, хорошо держит форму. По оттенку она также напоминает нам первый и второй вариант, но она уже чуть-чуть темнее. Также есть такой вот, видите, немножко такой полосатенький меланжевый эффект у нее. Такая она чернильно-синяя по своему оттенку. Стоимость данной джинсы 1450, ширина 150 сантиметров, и здесь уже нет эластана, это хлопок 100%. Классно будет смотреться в каких-то куртках, джинсах классических. Отличный вариант. И я хочу вам показать еще несколько вариантов джинсовой ткани, которые выбиваются из привычного представления нашего о джинсе. Первая ткань вот с таким классным напылением, золотистым. Очень она мне нравится. В составе здесь хлопок, лен и эластан. Ну, естественно, люрикс. Вот она прекрасно тянется. Можно сшить такие облегающие брючки, которые сейчас очень модно, очень актуальны опять. Можно сшить классную юбку, платье. В принципе, вариантов масса. Обратите внимание, что сейчас очень многие дома мод в этом сезоне публикуют джинсы вот из таких вот блестящих золотым или с серебристым напылением, либо с люрексом джинсы вот из таких тканей. Стоимость данной джинсы 1690 рублей, ширина 123 сантиметра. Она такого золотисто-коричневого оттенка, какао, можно сказать. Причем оборотная сторона у нее очень мягкая, очень приятная. Она абсолютно не колется. Очень будет приятно вам к телу. Следующая также интересная очень джинсовая ткань. Вот такого белого цвета. С нанесением логотипа Tom Ford. Очень классная коллекция. И мужские изделия, и женские в этой коллекции были. То есть, в принципе, вариантов также масса, начиная от рубашек, брюк, там, джинс, в принципе, юбок, платьев, куртки, бомберы. Шить из нее можно все, что угодно. Она будет смотреться очень стильно, очень классно. Ширина данной ткани 148 сантиметров. Здесь также есть эластан. Она еще в диагональный рубчик. Смотрится очень достойно, поверьте мне. И цвет классный, и вот это нанесение логотипа, оно такое, в принципе, ну, хоть он достаточно и частый, но смотрится прям очень стильно, очень модно. 1450 рублей за метр, ширина 148. К ней же в компаньоны можно взять вот такую вот джинсовую ткань в классическом синем оттеночке. То есть, если, допустим, это у нас будет с вами куртка или бомбер, а в данном случае из этой ткани можно шить юбку или джинсы. Классический синий цвет.
Хороший тоже состав, хлопок, эластан. Это также Пол Смит. Смотрите, как она замечательно тянется. По стоимости 1490, ширина 146 сантиметров. Достаточно такая она плотненькая, но в то же самое время не слишком сухая, пластичная. Брюки получатся просто классные. И очень многие спрашивают джинсу в черном оттенке. В данном случае у нас есть она вот в таком также меланжевом немножко эффекте. Такая серо-черная она. Хорошая пластичная джинсовая ткань на классические брючки или куртку. Ширина 150 у нее. По стоимости 1490 рублей за метр. Пишите нам. И также хочу вам сказать, что на все ткани из этого обзора будет действовать скидочка 10% по промокоду, который мы опубликуем также в тексте описания.